В Тверской области насчитывается более 90 тысяч так называемых детей войны, тех, кто в раннем возрасте пережил все ее ужасы. В апреле этого года в Верхневолжье приняли закон о детях войны. С 2020 года эта категория граждан получит официальный статус и будет пользоваться полным комплексом льгот. С 1 января 2020 года детям войны будут выданы удостоверения. Статус положен гражданам, которые были рождены с 1 января 1928 года до 30 декабря 1945 года. Плюс к тем льготам, которые сейчас они имеют, а речь идет о льготном медобслуживании, проезде в общественном транспорте и других, планируется добавить еще часть мер поддержки. Чтобы получить статус, можно прийти либо в МФЦ, либо в отдел социальной защиты и подать документы, удостоверяющие личность. Граждане будут включены в списки детей войны, проживающих на территории Тверского региона. Добавим, к юбилею Победы дети войны впервые получат единовременную выплату. Мы уважительно относимся к тем людям, которые формировали нашу историю, которые создавали нашу страну. Мы вводим определенные льготы, сейчас прорабатывается целый пакет. Я думаю, что вместе с ЗАГС Собранием нашей области, с нашими депутатами, мы выработаем перечень мер поддержки.